Всем привет! Меня зовут Камила. Сегодня покажу тебе, как слепить поезд-пожиратель и монстра под названием Breaking News. А также расскажу тебе про этих монстров. Ну что ж, буду приступать к работе. Начну, пожалуй, с существа поезд-пожиратель. Для этой работы мне понадобится картон, фольга и цветной пластилин. В то время как буду лепить, хочу рассказать тебе про этого монстра. Поезд-пожиратель – это очень длинное, похожее на поезд существо из плоти. У него 11 глаз разного размера и с очень маленькими зрачками. В передней части этого существа расположена огромная пасть с острыми зубами, а внутри пасти сидит гуманоидное существо без ног. Поезд-пожиратель очень схож с насекомыми, которые маскируются под окружающую природу. Существо отлично адаптируется и сливается с окружающей средой, что делает его скрытым и превосходным охотником. Жертва монстра никогда не догадается об опасности, но когда существо атакует, раскрыв свою природную маскировку, становится уже слишком поздно. На данной фотографии мы можем видеть, как существо, принявшее образ метро, несется из темноты в сторону станции за новыми жертвами. Его рот является кабиной поезда, а язык похож на машиниста, который управляет им. Глаза существа напоминают нам окна, а его щупальца выполняют функцию колес поезда. При первом его появлении на скорости вы не сразу обратите внимание на то, что он не похож на настоящий поезд. Несмотря на свои габариты, существо очень быстрое, и ему достаточно всего лишь пару секунд, чтобы схватить невнимательного человека, по привычке подходящего к прибывающему поезду. А после удачной охоты он уползает вглубь метро и превращается в истинную форму. Как я сказала ранее, форма поезда – это всего лишь маскировка. На самом деле существо бесформенное, и никто из живых не видел его настоящего обличия. Помимо скорости, этот монстр может лазить по стенам и потолкам, так как имеет щупальцы, и может превратиться в кого угодно. Но кое-какие детали все-таки будут выдавать это чудище. Вот такая история, ребят. Если знаешь еще что-то интересное про пожирателя, пиши в комментарии под роликом. Думаю, многим будет интересно.
Вот и завершила это существо. Если тебе нравится мой поезд-пожиратель, ставь лайк. А если хочешь, чтобы твоя работа попала в видео, присылай фото своих работ в мою группу ВК. Ссылка под видео. Бам-бра-бам-бам-бам-бам. Hello, ребятульки. Я, конечно, люблю ездить на метро, но вот послушав эту историю, хоть она и вымышленная, стало жутковато. А вообще, в любом метро нужно быть внимательным. Ну, не буду вас тут поучать, вы и так все сами знаете. Лучше поставьте лайк за проделанную работу. Лично я вот глаз оторвать не могу. Нравится мне и все. Переходим к следующему персонажу. Его название Breaking News или Срочные новости. Для этой работы мне понадобится алюминиевая проволока и черный пластилин. Срочные новости – это огромное загадочное существо, рост которого составляет приблизительно 600 метров, похожее на человека. Этот монстр встречается в небольших европейских городах, который время от времени появляется с сумерками и блуждает до полуночи. Но с первыми лучами солнца Breaking News исчезает. Люди, видевшие срочные новости вблизи, говорили, что его кожа, вероятнее всего, сделана из Vanta Black. Это материал, который поглощает 99% всего света. Разглядеть существо не удалось, даже при помощи самых мощных фонарей. Все попытки пролить свет на срочные новости, чтобы увидеть, как он выглядит, показали чистую тьму. Само существо имеет довольно хрупкую шею. На всех фотографиях, где он изображен, его голова либо свисает вниз, либо в сторону. Неизвестно, есть ли у него глаза, нос или другие части тела, хотя если бы они существовали, мы бы их не увидели, так как они также состоят из Vanta Black. Известно лишь то, что у Breaking News есть одна гигантская дыра на лице – это его рот. Торс похож на человеческий, но его руки очень длинные. Обе его руки находятся примерно на высоте двухэтажного здания, а ноги непропорционально короткие, но по сравнению с человеком они просто гигантские. Еще монстр всегда немного согнут, будто вечно высматривает что-то внизу. Также, благодаря своим размерам, срочные новости обладают чудовищной силой и прочностью. Он без повреждений выдерживает обстрел танков и ядерную ракету. Этот монстр – ходячее бедствие. Он самый настоящий зверь разрушения. Известно, что он проходит прямо через любое здание, как будто их даже нет. Дома, разрушенные им, часто не подлежат ремонту. Это существо оставляет после себя целые заброшенные города. Breaking News – сверххищник. Он поедает все, от людей до камней. Монстр питается, сгребая пищу в гигантскую дыру на своем лице. Также известно, что срочные новости издает оглушительный крик, похожий на звук системы аварийного оповещения, откуда и прозвище Breaking News. Срочные новости способен использовать электричество и бытовую технику в своих целях и управлять ею. Любой электроприбор будет реветь звуком системного аварийного оповещения, даже если он отключен. Если у техники есть экран, он также покажет систему аварийного оповещения. Каким образом Breaking News все это проделывает, неизвестно. Каждую ночь он путешествует из одного маленького европейского города в другой. Однако вблизи монстра никто никогда не видел. И неизвестно, куда он идет после того, как покидает очередной город. Также никто не видел, как срочные новости приходят в город. Он просто исчезает и всегда появляется в новом месте. Ну вот, Breaking News готов. Если тебе нравятся мои истории и работы, поделись этим роликом со своими друзьями. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Вот и подходит к концу наше видео. Напоследок, жми лайк, если еще не нажал. И не забудь подписаться, это очень важно. Ну а теперь включаю рубрику ваших работ.